Добрый вечер, друзья. Не буду я балаболить много, потому что у меня есть опять работа. Зашла буквально на 2 минуты. Сказать, что я, как всегда, живу правильно, питаюсь правильно, в общем, живу все правильно. Единственное, что неправильно делаю, я сегодня походила очень мало и только очень по большой необходимости. У меня сегодня кабинет был заполнен людьми, и я только отходила от кушетки до стола, от стола до кушетки. Вот только сейчас присела, ела стихийно, сейчас присела, спокойно покушала. На этом еще день не закончился, мой трудовой день. Пойду дальше работать. Вот передохнула буквально и работать. Завтра будет день более свободный, даже если никто не позвонит, не напишет там где-то в инсту или где-нибудь в фейсбук на страничку. Вот, возможно, даже с утра вот до 2 часов пойду поваляюсь на море. И уже будет у меня проход, ну это не пробежка, а проход, прогулянка туда и обратно по 6 километров. А сегодня вот так вот. Вот все, убежала дальше, потому что хочу немножко перевести дух и настроиться там на последующую работу. Хорошего вам всем вечера. Вот. Хорошего настроения, и пусть у вас все будет в лучшем виде, пусть Вселенная вас одаривает только счастливыми событиями.